В рамках проведения торжественных массовых мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику работников железной дороги, в парке Ленинского комсомола, а именно на базе детской железной дороги, состоялась социальная акция, в рамках которой дети до 16 лет смогли бесплатно прокатиться на поезде. Мы принимали сегодня свою большую дружную семью. Это помощники машинистов, которые сдали экзамены на право управления локомотива. И были приняты двое дежурных по станции. Это руководители движением поездов. Сегодняшний день у нас обучается около 600 юных железнодорожников. В данный момент проходит практика. Она будет до конца октября месяца. И в конце мы подводим опять итоги. Те юные железнодорожники, которые зарекомендовали себя на рабочих должностях, они в дальнейшем сдают зачеты, экзамены, и мы им выписываем удостоверение на право управления либо локомотивом под контролем машиниста-инструктора, либо на подготовку, то, что они имеют право руководить движением поездов под контролем инструктора по движению поездов. Также были подведены итоги конкурса рисунка «Моя жизнь. Железная дорога», в котором приняли участие учащиеся кружков «Юный железнодорожник». Министерство транспорта Донецкой Народной Республики приняло участие в организации детского конкурса рисунков «Жизнь. Моя железная дорога». Уверены, что впереди у нас еще много встреч и совместных мероприятий. Надеемся, что с каждым годом количество участников будет только расти. Желаем ребятам дальнейших творческих успехов, удачи и всех благ. Официальная часть праздника подошла к своему завершению. Гости мероприятия и сотрудники малой железной дороги отправились в путь-дорогу. Алина Черняева, Алина Боярская, Новороссия ТВ.